началом в основном в блогах. Следите за нами, будет интересно. Номера, все начинается с головы. Ну, давай с мужчиной. Спасибо. Почему мне не фотали? Я же леди. Ну, мини. Ой. Какой мотлет? Вон. На. Ну, давай зумируй. Мы приехали, тут мороз. Что дальше? Я знаю. Мне нечего сказать. Надо поесть. Лер, что ты можешь сказать по этому поводу? The next station is Novoslobodskaya. У меня нет слов. Уважаемые пассажиры. На меня камеру. Рощин, я тебя найду и убью нахрен. Мои друзья. Почему все хотят увидеть Ленина? И почему я тоже хочу его увидеть? Напишите в комментариях. Что за дикое желание людей увидеть мертвого, забальзамированного человека? Забальзамируй меня, когда я умру. Хорошо. Может, тоже смотреть захотят. Будет говорить, можно прийти на Яскевич до часа дня посмотреть бесплатно. Ничего не вижу. С вами. Запомните, если бы не я, католический храм от православного отличается тем, что у православного луковицы, а католические соборы – это готические соборы. Всем понятно, что это такое готический собор? Можно перекреститься. Меня крестили в православной церкви.
Вот и мост. Нам нужно перейти Москву-реку, чтобы добраться до места, где мы будем выступать. Пока это немножечко размазано и неопределенно, но мы постараемся это сделать. Упс. Вруба. Мы здесь были. О, да, 3-10, строение 7. Это наше? Это строение 8. Подожди, оператор. О, ну прикольно еще. Угу. Выглядит клёво. Лер, вино все-таки только сухое. Это Сигна? Девушка, посмотрите сюда, пожалуйста. Одно лицо. Которому я рассказала тебе. Я не знаю, с чем это связано. Ну, такое бывает, что люди не хотят ходить на мой квартиру. Я не знаю, нет. Но... Случайная любовь, случайно навсегда. Случайная любовь, случайно навсегда. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака. Кто спит? Фиолетовая вода. Магия цветов сойдет на жизнь. Ребята, вчера был просто вынос мозга. В том смысле, что круто все прошло, особенно после второго сета, когда все уже раскачались. Что бы хотелось сказать? Мы, как обычно, не сняли заключительную часть влога, потому что очень все устали, надо было спешить на поезд, поесть, я даже заснула в KFC. Вот. И поэтому мы уже в Минске, мы вот приехали сегодня утром в... 11 где-то, вот. И сейчас мы собираемся ехать в шоурум, примерять платье, потому что кое-что будет кое-когда, очень кое-скоро сниматься. И да, все. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям. Ваша Лерка Искевич. Пока. Чищу обувь бесплатно.